Специальное крановое судно «Витязь», построенное на морском заводе имени Орджоникидзе в Севастополе, обогнув Европу, прибыло в Ленинградский порт и начало работать на пятилетку. Суперкран уникален. Он способен брать груз весом 1600 тонн. Кран предназначен для подъема судов, крупногабаритных грузов, для участия в гидротехническом строительстве. Работой нового судна руководит капитан Иван Васильевич Степанов. Первый экзамен по грузку рабочего колеса, гидротурбины и вала, отправляемых в Канаду, кран выдержал на отлично.